Всех приветствую, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино Топ. Этот канал посвящен лучшим сериалам. Здесь вы увидите последние новинки сериалов, а также анонсы и обзоры на российские, украинские сериалы и так далее. Дорогой подписчик, а перед просмотром обязательно подпишись на наш канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео первым. Ну а сейчас вашему вниманию предстоит увидеть полный обзор на большую мелодраматическую премьеру сериала под названием «Тайная любовь. Возвращение. Сюжет». Сейчас, казалось бы, все наладилось. Люба, наконец, счастлива, она выходит замуж за Кирилла, который обещает ей, что их жизнь будет такой же прекрасной, как эта свадьба. Но торжество завершается сообщением о минировании, а союз Любы и Кирилла оказывается под угрозой. Из заключения выходит Юрий, а в доме Любы появляется Ирина, как две капли воды, похожие на погибшую женщину, которую некогда любил Кирилл. И каждый из этих людей ведет свою скрытую игру. Жизнь Любы вновь и вновь подвергается смертельной опасности, но враг, который стоит за этими событиями, коварен. 13 серия. Кирилл оказывается в следственном изоляторе. Следователь Седов обвиняет его в хищении крупной суммы со счетов компании. Мужчина считает, что его подставила бывшая невеста Светлана. 14 серия. Кирилл оказывается в следственном изоляторе. Следователь Седов обвиняет его в хищении крупной суммы со счетов компании. Мужчина считает, что его подставила бывшая невеста Светлана. Спасибо за просмотр. Дорогие друзья, помогите набрать 50 тысяч подписчиков. Как только мы достигнем эту планку, мы сразу же открываем второй канал на YouTube, канал уже проектируется, где мы будем помогать бездомным и нуждающимся людям в помощи. Каждый из вас может помочь в этом деле, подписаться на канал, тем самым вы поможете нам в добрых делах. Сделаем мир чуточку добрее.